Всем добрейшего времени суток, с вами Горыныч, 53-я часть видеопрохождения игры Dark Souls 2. Итак, мы сейчас с вами находимся у первого костра, склеп нежити. И, скорее всего, здесь мы должны встретить короля Вендрика. И да, чуть попозже сейчас разберемся, и надо показать, что можно сделать из души демона песни. Ну, смотрите, как забавный капюшончик розовый. Так, ох, нифига себе, костер впереди, да. Но откуда столько кровавых пятен? Ребята, что здесь, в PvP опять играли? Не сдавайся. Мы постараемся. Так, здесь давайте обшарим уголки. Как сдохли-то здесь, а? Что было? Так, да, что-то здесь не ладно, что-то в датском королевстве. Ладно, нас призвали в виде фантома. И не знаю, то ли из-за того, что я использовал белый мелок. Да, белый мелок. Ну да, как обычно, в костюме Фарама или Фарама. Ну пойдем, брателло. Поприкалываемся. А, к нему вторгся. А, нет, к нему никто не вторгся. Это просто я был призван. Так. Значит. Ух ты, блин. Нежить. Прикольно. Без шансов. И что-то он там подобрал. Так. А здесь я вижу малефики, блин. Маги. Мать их. Ну, плюс еще вот эти гаденыши. На малефиков надо целиться. Ну, пинг, сами видите, какой. То есть, Васку Барк 6725. Он его тут колбасит по-черному. Ну, ладно, блин. Давайте я тоже попробую пострелять тут. Что у нас тут отравлено? Есть стрелы. Это полая нежить. Вот это глюкс. А, вот видите, начал он все-таки повреждение получать. И это порча фигачит его. Ладно, чтоб меня не попало. Да, сдохни уже. Да, пинг, конечно, чудовищный. Но это не важно. Так, щит выставим. Подождите, тут еще кто-то, да, есть? А нифига не вижу напротив. Так, ага. Ой, блин. Еще один маг. Сука. Тупаная нежить, а. О, промазали, меня промазали. Сейчас, наверное, попадут, если попадут. Оп, не попал. Ну, вы, ребята, мне так рабаты. Ага, то есть, понятно. Что-то как-то не могу ничего сотворить с ним. В прицел, сука, не берется. Откуда отравление мне? Падла. Сдохни. Вот и все. Начинали мы с вами двуручниками, да? А, все понятно, почему яд. Вот это вот чушня. Не вижу ничего. Так, прочитать сообщение. Осторожно, лжец. Лжец это кто? Так, кто-то с кем-то здесь дрался и, походу, получил люлей. Факел не смей. То есть, факел не зажигать. Осторожно, факел. Факел не зажигать. Осторожно, атака, союзник впереди. Давай зайдем. К факел мы не зажигаем. Союзник это кто? А, факел. Подожди. А, союзник для него. Это в его же мире происходит. То есть, понятно, факел, наверное, не зажигать, потому что вот эти вот ребята... Кстати, это хранители могил, кажется. Если мы зажжем факел, походу, мы получим люлей. Так, и здесь ништяк, небось, лежит. У меня же ништяков здесь не может быть. Это же не мой мир. Ладно, пусть пока потрендит с ними. Или с кем там. Там торговец, что ли?
Да, какой-то такой. Ну, видите, он в виде фантома здесь рисуется. И секретные двери я тоже открывать не могу. Если они здесь, конечно, есть. Вот так вот. Раз, подошли. Как вы видите, я вышел из ковенанта наследников Солнца. Вступил в ковенант синих стражей. Ну, понимаете, народ, у меня вот эти вот кровавые мальчики задолбали до такой степени, что я просто уж решил, что если уж погибать, так с музыкой. И... Опаньки, рыцарь. Так, это рыцарь Сиана. Да куда ты, блядь, прыгаешь, сука, ебучая? Охренеть, блядь, у меня, конечно, билд у меня вообще пипец. Ну, иди вперед, раз ты такой хитрый. Очень быстро передвигается этот гадюныш. Ох, хорошо, молодца он его тут разложил. Так, я тоже внесу свою лепту. Есть. Ну, задержка, задержка, задержка. Нереальная задержка. Так, ладно, берем меч. Так, ну ты только туда не суйся, блин. Пойдем вот сюда, по-моему, внизу. Не-не-не-не-не. Идиот. Ладно. Что это такое здесь? Иди сюда. Видишь меня? Иди сюда. Опасная хрень. О, молодца. Так и костер, да? Молодец. Спасибо, что показал. Так, лестница, видите? Это какой-то срез, походу. Как бы здесь не сдохнуть. И у меня такое ощущение, что здесь что-то не то. Что это за надгробия такие стоят? Видать, это ничего хорошего. Нет. Хреновый пинг. Опаньки. Ебать. Как считаете, нормально, да? Долбанный маг. Это ведьмак, как говорят. Ать, и мимо. Так, а здесь что? Ух ты! Безымянный самозванец какой-то вторгается к нему в мир. Ах ты, падла! А, вот этот, да? Очень нужно осторожно быть с такими безымянными самозванцами. Видели, у него клинок забавненький такой, ножик. У него скорость обработки персонала очень высока. Ух ты. Ну, прикольно, мне это напоминает затопленный город в первом Dark Souls, помните там? Опаньки. Призраки были, убивались только специальным оружием или же... нужно было применить специальное. Ай, блин. Так, стоп. Это кто такие? Ух, ни хрена. Противники со щитами. Так, отходим нахрен. Отходи, дурой, башка, блин. Они щитами фигачат. Офигеть, этот крутяк. Сейчас, погоди, ну. На. Ой, мало наношу урона. Ой, мало. Нет, вернее, нормально. Нет. Ну, вот это пинг, конечно, убивает. Дай меня, пропусти меня, животное. Я их издалека. Ужас. Сдохни, падла. Главное, он еще не понял, что он умер. Смотри, что щитами творят. Все, 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 ты труп. Мне что-то выпало там, самоцвет жизни. Ну, пипец, блядь, вот. Мне только его не хватало. Опаньки. Это что такое? Сейчас, погодите, я этого дура не подлечу, потому что он может умереть, а я за это душу не получу. Так, использовать. Дурак, я тебя лечу. Ладно.
Ну что там внизу-то? Внизу полная задница, небось, будет, да? Ну, поехали. О, я вижу даже выход, походу. Сейчас мы вот отсюда уйдем. Вау, это кто такой? Угу. Ты куда пропал-то? А, ему там надо что-то. Проходы там, что ли, какие-то? Опа! Похоже, мертвец вызвал кодлу себе на помощь. Да. Слышите? Задержка, то есть, реально. Ой-ой-ой. Идите вы в жопу. Я просто слышу там это. Все чудесатие, чудесатие. Это мы где? А, скорее всего, там дальше будет Вендрик. Еще попробуем. Сейчас, секунду. Ой, колокол. Мочи его. А, ты кого-то... Нахрена ты его там убил? Сейчас меня наверняка сейчас... Ну вот, видите. Подмогу вызвали. Это опасно. Правда, я... Что ж ты не берешь ты его в прицел, блин? Так, ну я нормально наношу урон-то. Так, вон еще один фантом. Видите, бегает со щитом зеркального рыцаря. А эти ребята еще и маги у них, к тому же. Видали? Что они творят, блин? Стрелами херачат. Вы сейчас, блядь, фантома нашего убьют, союзника. Нет? Лечись, дурень. Так, все, я понял, в чем тут проблема. Значит, нельзя ни в коем... Бэкстеп, отлично. Ни в коем случае нельзя давать ударять в колокола всячески. Ой, это что было? Упс. Давайте я вот так буду помогать. А, во, во, кто это фигачит? Пиромантия, это вот эти гаденыши, оказывается. Что-то там мне выпало. И погодите, я сейчас съем кое-что. Кое-зачем. А, сумеречная трава восстанавливает заклинание. Да, ой, блин. Долг исполнен, все, блин. Я долг, оказывается, исполнил почему-то. Хотя мы еще не дошли до босса, блин. Ой-ой. Знак верности я получил. Знак верности — это для прокачки в синих стражей, что ли, получается. Ну, аналог того, что... Так, отлично, мы здесь остались. Давайте посмотрим. Аналог медали света, насколько я понимаю, да? Или нет? Где-то там, блин, знак верности, камень чудес, ароматная ветвь былого. Чешуя дракона, медаль света. Знак злобы, вот знак верности. Ну, а нет, путешествовал на миры, помогал другим. Так, а это треснувшее синее око. Нет, это знак верности, просто фигня полная. Это вот я с помощью этого знака могу лечить... хозяина того мира, который нас призывает. Итак, зашибись, мы с вами уже в курсах, что здесь происходит, да? Темнота, друг молодежи, блядь. Резь. Потушили свет. И да, вот смотрите, был полом, стал нормальным. Так, это урны с ядом. Японский городовой, да вы что, издеваетесь? Короче, вторженец, блин. Сейчас мы еще и люлей получим, блин. Я состою в ковенанте синих стражей. По идее, мне эти ребята должны прийти на помощь. Тем более, у меня кольцо это долбанное стоит. Но все, вот он. Здесь должен быть где-то. Темный дух. Вот как они меня достали. Ладно, 37, почти 38 тысяч душ. Сейчас начнут окучивать просто пипец, как наверняка. Ладно, возьмем это наше копье. Молнии.
Я вот не могу никого сейчас призвать. По идее, мне бы хотелось вам показать и самому посмотреть, каким образом возможна вот эта вот помощь союзным игрокам. Вот он идет. Вот он, привет. Ну нет, он, видите, без этикета сразу начинает, блядь, дурить. Дурилка картона, да, мы так с тобой разберемся. У него пика рыцаря и Эвелин, видите? Ну, я лечиться не буду, потому что, ну, смысл какой в этом? Он тоже промазал, молодца. А его потерял. Ну все, все, мне не пипец. Видели, какое оружие хорошее? Ой, да ладно. Да прощаю, прощаю. Подлецы, блин. Так вот, вот это копье, это пика. Мы ее должны потом дальше найти или купить. Это я ж не знаю. Если его чем-нибудь еще обмазать, так это вообще с первого раза фигакнуть могут. Так, давайте посмотрим, где там мои души валяются. Кстати, частенько такое происходит. Вторжение сразу за... У меня кольцо ослепления же еще стояло. А, ну и хрен с ним. В общем, стражи не популярны, походу, да, ни у кого. И никто ко мне на подмогу не пришел. В общем, я никого вызывать больше не буду. Умри, падла. Факел. Ну, спасибо. Осторожно, маг, значит, бой. Дальний. Ну что, отравленными стрелами он как-то не очень хорошо бьется. Это порча. Не знаю, что это за порча. Это, скорее всего, та, которая тратит души для усиления эффекта. Есть такая фишка там. Что я, по крайней мере, такой не пользовался. У меня то ли там что-то не хватает, то ли вверх, то ли еще что. Блин, сейчас мне попадет. Нет, не попало. Не, можно было бы, конечно, прорашить все это дело, но это забуизно. Слить эти души где-нибудь, блин, в Маджуле или еще где-нибудь. Так, мелкие, идите сюда, вы все равно будете здесь мне мешаться. Ну, по поводу исполнения долга, это как бы фишка в том, что белый мелок, он действует какое-то время. То есть даже есть маленький белый мелок, он совсем нищебродское время. И вот здесь я с ним долго очень бегал, с этим парнем, поэтому меня обратно в мир завернули. Ты еще жив? Ты жива еще, моя старушка? А, смотрите. Только... отняли только... стамину, что ли? Ну, это в зависимости от того, чем он там пользовался. Потому что некоторые из видов порчи, они отнимают здоровье или еще что-то. Ладно, давайте попробуем. Так, зашли. Японский городовой. Да ну тебя нафиг, животное. Ну иди сюда. Забавно, мы свалились сюда. Так, ага, ну то есть я всех, окромя тебя, огорошил, да? Ну это реально работает, это уворот. Мимо. Нет, попадает, сука, все-таки. Блять, отравление ебучее. Все, падла. Сдохну. Сейчас, секунду. Эстус и быстро сожрем это. Как я умудрился отравиться? Так, самоцвет жизни, ладно. Что-то из него выпало. А, камень магии. Ну, зашибись, блин. Вот мне этого только не хватало.
Черный посох ведьмы плюс один. Это что такое за посох такой? Веселящий душу. Ой, ой. Сейчас так посмотрим. Значит, посох грешник. Посох Аманы. Ну, я, кстати, вам не показал или показал. Выпадает с храма Аманы, с малефиков. Эффект увеличивает урон заклинаний, если пользуется человеком, да? Ну, по идее, в принципе, это не прокачанный. Посох с летучей, костяной посох, да, черный посох ведьмы. Посох ведьмы Лейди. Он пропитан особой магией, которая усиливает действие волшебства, чудес и порчи. А, во как. Апостолы Лейди были искусны в магии, владели опасным оружием, но их сочли еретиками и истребили эффект использования волшебства, чудес и порчи. Вот что нужно качать. То есть, вот если я сейчас пользуюсь посохом отдельно колокольчиком, то колокольчик, колокольной лозой, да, то вот этот черный посох, он для всего. И видите, стат у него. Угу. То есть и то, и то, и то, и то, да. Ну, правда, конечно, его, видимо, надо каким-то образом качать. Ну, вот еще вот этот хороший посох, который мы, помните, надыбили. Это посох заката, который нам дал Филкин изгой. У него очень хороший стат по темной магии, по порче. Видите, S. То есть просто пипец. Круто. Ну, не знаю, когда я буду качать этот посох. Если я буду, конечно, качать. Но с учетом всего, сами видите. То есть, если 3,05, да, 3 килограмма и полкилограмма, это вот и занимают две ячейки, то это весит 2,5. И по статам он мне нормально идет. То есть, сами видите, и вера, и интеллект у меня в порядке. Дальше не знаю, буду я это дело качать или нет. Что осторожно, лжец. Твоя же дивизия. Лжец имеется в виду торговец, что ли? Так, осторожно, факел. Ну, мы уже поняли, что, наверное, врубать свет здесь не надо. Так. Угу. Ну, все понятно, да? Если мы зажжем здесь факел, то на нас сагрятся эти охранники, которые там стоят. Ну, может, мы их и ухандокаем, но не сейчас. Давайте посмотрим. Ну, биться с ними тоже. Сколько их тут? Раз, два, три. Значит, один с копьем. Это какие-то более продвинутые хранители могил, как вы сами можете видеть, да? Давайте возьмем тут ништяк, да. Вот он ништяк. Большая душа солдата, но... Ладно. И кто ты такой, мать твою? Весь синий такой. Ништяк, кто здесь умер? И как умер? А, то есть он с тобой дрался, что ли, начал? Нет, ладно, мы с тобой пока поболтаем. Блин. Агдейн, хранитель склепа. Countless dead rest here in peace, cradled by the comfort of dark. Light only agitates. We have no need for it here. Понятно. I am a finito. Finito. We weave death and watch over the dead. This task was granted to me by the one who gave us the first death. Countless souls rest here. Some of them from ages long ago. Some were rich, others poor. Some wise, some dull. But now, they're all just dead. Did you come for him? The one called Fendrick. You will find him deeper inside. Many castle servants and the like have come to fetch their lord. But they rest here now, put to death by the king's own guard. Perhaps he's not in the mood for company. Возможно, он просто не в том настроении. Забавно. In the past,
Humans were one with the dark. The former king of life, he feared humans. Feared that they would usher in an age of dark. How queer you humans. How you go on, never separating truth from fiction. This place is welcome to all, provided due reverence is shown. Death is equitable, accepting. We will all one day be welcomed by her embrace. Tell me what you desire. Show me reverence, and I will lend you my hand. Давайте выучим жест «Страж могил Агдей», да? Что жест «Жалься». Забавно. Давайте еще поболтаем. Да, ничего нового не скажет, да? Чем он торгует? Значит, есть щит дерзости. Это слабоватый щит, но это отражение заклинания, он заклинание отражает. Щит дерзости. Щит некогда высокопоставленного клирика. Эффект благословления еще держится, и щит может восстанавливать стойкость владельца. Ага, то есть еще и стойкость владельца восстанавливает. Клирики некогда обладали большим влиянием, но теперь их души бесцельно скитаются в непроглядной тьме. Эффект восстановления стойкости. Понятно. Так, сет. Шлем дерзости. Все в дерзости. Шлем дерзости, шлем некогда гордых клириков. Все, что осталось от отряда, попытавшегося в давние времена покорить склеп нежити. Наказание за грехи, их смерть была отсрочена, а сами они стали стражами склепа. Ну, так себе. Так. Ну, я бы не сказал, что здесь дофига чего. Дополнительных статов нет. Опа, стрела тьмы. Ну, зашибись. Болт тьмы. 13 человеческих фигурок и 13 грибов Элизабет. И вот копье души у нас уже одно есть, 40 нужно. И вихрь душ. Блин, так, упокоение души. Вот этого у нас нет, да? Одно из забытых чудес, сохранившееся в склепе нежити. Оно наносит серьезный урон пустым, но не оказывает эффекта на остальных врагов. Склеп нежити – это место упокоения живых. Те, на кого пало проклятие, могут лишь надеяться, что перед ними когда-нибудь откроется его дверь. Давайте купим. Интересно, если мы в... Так, теплота, пиромантия. У нас уже 4 теплоты там есть. Сколько можно их покупать? Ну, давайте вот копье души купим. Авось прокачаем его. И вихрь душ. Да, давайте. А чё бы нет, блин. Все равно сейчас будем эти души... Извиняюсь за выражение, просирать. 177. 150 хватит. 155. Так, доведем до ровного. Так, и что еще? Вот у него здесь есть кольцо шипами плюс 1. Стоит 9000. Кольцо наносит ответный удар после получения урона. У нас есть два кольца с шипами, но только первого левела. Ну, зашибись, отлично. Так, все понятно, ты ничего не скажешь. Ставить. А если сейчас поговорить? Да, понятно. А когда обратно пойдем, придется, наверное, все-таки с ним переболтать. Ладно, блин, давайте потратим эти души. Так, что у нас тут? Перстень стража. Ну вот смысл в нем. Ну то есть к этому ковенанту надеть. А, все, я понял. Короче, кольцо ковенанта синих стражей. Мы помогаем только тем, не своим ребятам, а тем, кто состоит в другом ковенанте. Вот этих лазурных стражей. Помните, вот в самом начале в Маджуле с этим рыцарем мы говорили, там еще стоит вот эта вот здоровенная стела, на которой написано, сколько смертей по всему миру Dark Souls прошло, да? Помните? Я ни хрена не вижу. Высыскать там позволяет.
Да где ты вж? Вж. Что-то опасаюсь с ним в ближнем бою сталкиваться, потому что можно здесь и свалиться же, да? Хотя что здесь? Да, урон тьмой минимален. Так что, ну, лучше уж. Копьем. Ай-яй-яй-яй-яй. Как мы помним, у этих стражей Сиана, у них щиты неплохие, вообще пипец неплохие. Абсолютно неплохие. Они держат урон от магии. Давай, ударь меня. Опс. Падла, почти же умер, а? Эй. Не попал я в тебя. Иди сюда. А, боится. Похоже, да? Ай. Да переключись уже. Вот это ж бесит, блин. Не переключается быстро слоты. Так, а ты чё? То есть тебе пофиг, что ли, всё? Ну, раз так. Темнотища, блин, кругом. Давайте попробуем обычной стрелой в него пульнуть. Плюс. Ну это уже сейчас в наглую просто, давайте вот так перед ним постоим. И что за стрела тьмы? Ну, долбанный доспех не совсем пробивает. Долбанная чушня. Ну давай, иди сюда. Что-то с ним не прокатывает. Ладно, давай мы тебя так просто зарубим. Кедрёным пассатижем. Ты уже достал, скотину. Осторожно сверху, так что может помочь дальний бой. Так, стоп, осторожно сверху. Это что? Что-то там внизу я слышу. А, туда можно спуститься, что ли? Да вы гоните. Сверху это что? Кто сверху? Ага, все, я тебя вижу. Давайте обычными стрелами закидаем. То есть там сундучок. Хорошо, спасибо, друг. Там недалеко падает, да? Не слишком. Пассатижи. Понял, это засада. Это ловушка. Фимиан Простака, душа великого героя. Ага. Зашибись. Прикольно. Хороший секрет. Что написано? Слава совет. Слава КПСС. Так, быстро полезть или медленно. Так, ну я надеюсь, там один наверху был. Да. Так, это не мимик. Потому что сундук побитым выглядит, староватым. Разбитое око и огненное семя. Так, плюс еще огненное семя. Угу. Ну, а здесь просто нужно так вот и спрыгнуть. Так, теперь нам нужен еще один костер. Парнишка, с которым мы играли, нам его показал. Да? Значит, за этой завесой не босс. Но эти что?
Там какой-то переключатель веселый. И... О, я вижу, вниз можно спрыгнуть. Прикольно. Так, ну вот я еще там заметил, что-то такое виднеется. Что это такое? Это... Нет, это не враг. Не видать, короче. Давайте откроем этот туман. И костер, как он сказал, показал там где-то слева, да? Да, вот он. Опс. Так, тут еще ништяки разные. Ага, это вот нежить, которая в колокола звонит. Пока он не позвонит, ничего не будет, да, я так понял. Вот из этих надгробий не будут вылезать эти малефики. Это какие-то неупокоенные души, походу. Неплохое место для фарма, видать. Так, что здесь написано? Уязвимость, уничтожение, тогда слава смерть. Слава КПСС. Ну да, вот. Интересно, сколько их может там вылезти вообще. Угу. Надгробные плиты. Уть! Уть и пуси, блядь. Понятно, то есть из-под надгробий эти ребята могут спокойно. То есть не разрушая, мы сможем не ебать. Нет. Можем не опасаться, что они позвонят в колокол. По ком звонит колокол? По нам. Фемян простака, черные огненные бабочки. Иди сюда. Иди сюда. Бэкстеп. Хрена. Без бэкстепа нормально было бы. Вот интересно, вот, откуда ты взялся такой красивый? Вот эти надгробные большие памятники, если их разрушить, они больше не восстановятся? Или восстановятся? Давайте попробуем здесь посмотреть. Так, здесь что у нас? Так, это следующая фишка. А, здесь он маг. Так, и там ништяк какой-то. Еп. Пицкие города. Сдохнем уже, падаю. Знаете, что боюсь? Я боюсь зацепить этот камешек. Вдруг там из него вылезет какая-нибудь тварь. Так, еще один. Типа нескончаемым потоком, что ли? Да, они из-под земли просто вылезают и все. Так, вот этот ништяк надо взять. И лестницу, кстати. О, отлично. Обломок титанита и еще какая-то хрень. Нет, я уж наверх лучше слазю. Так, что у нас здесь? Упаньки. А, вот он, этот маг-то, блядь. Падла. Это магичка вообще. Ю. Не-не-не. Офигеть. Ну да, она тут решила пиромантии покидаться, сучка. Ю. Повезло, потому что уровни не совпадают. Она не может нам урон нанести. Так, это что за сундук? Вот попробуем навшивость, ладно. Фигачит как раз огненным штормом. Подлюка. Засушенные пальцы, уголь вражды, мерцающий титанит. Отлично. Потому что такой засушенный, мать его, пальцы. Сейчас начну смотреть, сейчас эта дурочка сюда прибежит, да? Или как? Нет, не прибежишь. Что такое засушенные пальцы? Будет обидно сдохнуть. Может, это оружие? Я, кстати, не посмотрел. Не вижу. Так, ладно. Эти. Будем смотреть здесь. Все необычное. Да, засушенные, нахрена они нужны. Засушенные пальцы с множеством фаланг.
Засушенные пальцы с множеством фаланг. Они сморщенные, но от них исходит загадочное тепло. Судя по количеству фаланг, они не могли принадлежать человеку. Впрочем, на некоторые вопросы лучше не знать ответ. Ага. То есть, если мы туда чуть дальше пройдем, там должен фантом вторгнуться к нам. Да? Вот как-то не хочется туда спрыгивать. Потому что это сволочь еще жива. Ты жива еще, моя старушка? Нет? Не жива? А мы сейчас пойдем посмотрим, жива ты или как. Так, здесь засад нету. Были засады. Ну, то есть они, по-моему, до скончания века здесь могут углубляться. Где эта баба? А, вон она. Душа пропавшего мертвеца. Убить тебя. Убить. Нет, давайте с этим потом разбираться будем, с дурачком. Я имею в виду с капюшон заключенного. Зашибись. Ну, всякую шваль нам дают. Я имею в виду разбираться с... так, как это называется-то? С фантомом, с этим, с красным NPC-шным. Где там? Мы сейчас вот так вот пробежим. О, паники. Вот это, блин, засада. Вот он. Дружбан, ты сюда не идешь? Ты сюда не ходи, ты туда ходи. А то снег, бачка попадется, а сам мертвый бич. О, вот как он фигачит, да? Прикольно. Блин, он быстрее меня. Падла. Иди нахрен. Ты-то куда лезешь? На. Накернили мы тебя. Так, придется флягу со стосом испить. Охренеть. Это он, этот самый, как его, большой фаербол кинул. Видите, он тут... Нет, зажечь факел нужно. Я спрыгнул туда, вниз. Но я просто не знаю, что там будет. А этот-то как вылез, блин, друг, блин, ситный. Так, что там? Может помочь снизу? Короче, костер впереди. Еще один костер, что ли? Давайте посмотрим. Лезь. Опаньки. А это что за лесенка? Поможет? Статуя какая-то. Что написано? Может помочь факел, и тогда видение наслаждения. Факел требуется, и тогда слава свет. Опаньки, ну давайте зажжем. Надеюсь, не врут. Еще изменилось. Вау. Ну да, это реально. Это круть. Слушайте, это освещение. Автоматом. Тоже мне Индиана Джонс, блин. Так. Сундук мертвеца. Йо-хо-хо. И бутылка рому. Нет, это обычный сундук. Намоленный такой. Сосуд души. Сколько можно уже? Три сосуда, но это для распределения заново умения. У меня уже четыре. А что такое? Разбитое око. Откуда оно взялось? Разбитое око с помутневшим взглядом. Разбитое око оглядывается в поисках предателя. Где же злодеи? Где они? Годите. Но это что, аналог специального камешка, который в первом Dark Souls мог вас перенести в мир рыцаря Латрека. Ну, помните этот золотой говнюк, который убил хранительницу? Сейчас по кумполу еще получим, блин. Так, стоп, это ништяк какой-то. Никого не вижу. Ну и морда у тебя, Шарапов. Душа героя. Замечательно, конечно. Душа героя. Так. Смотри, не обманули. Костер впереди. Отлично.
Третий костер. А, ну вот, да. Зашибись. А, погодите, дайте по поводу составить заклинание. Посмотрим, что у нас тут еще вообще может быть вкусного. Так, пиромантии мы пока не будем пользоваться. Большое копье, молнии, но я не могу пока им пользоваться. Так, есть силовая волна, 9 штук. Сила. А, вот упокоение души. Пустым, да? А если мы... если мой персонаж пустой, что будет? Знаете, упокоение души. Попробуем это дело. Так. Где же мы очутились-то? Союзник требуется впереди. Ну, понимаете, если я сейчас оставлю этот знак призыва, то автоматом меня потом какой-нибудь красный этот самый хрен, блин, ломанет и все дела. Ладно. Сейчас, погодите. Союзник требуется впереди. Нет, я вот лучше убегу, ребята. Ну, вас нахер, блядь. А, ёпта. Так, отлично. Ошибись, сучка. Меня призывают в мир. И я не попаду в этот мир, да, походу? Блядь, безымянный самозванец еще, сука такая. А, нет. Я не могу. Ну что ж такое-то? Так, сейчас еще в этом мире люлей получим. Плюс еще безымянный этот гаденыш. Так, это... О, Сомбрик, блин, или как тебя там зовут? Привет, мэн. Я тоже знаю, это жест. Да, пойдем. Ну, то есть ему нужно помочь. Давай. Так, он же здесь, походу, со всеми шлытыри. А, вот как. Вот этого надо убивать, да, иначе он призовет кого-то. Подожди, дай ништяк взять. Так, а мы здесь втроем вообще тусим, да? Так, куда ты пошел? А, ну значит этот рычаг, вот, до которого мы с вами не дошли, он открывает, видать, этот самый... как ее там, блин. Падла, сдохни, блядь. Не, ну хрен его знает. Взял, блядь, так стебанул одним ударом. Ну, опять же, пинг чуть-чуть запаздывает, ладно. Копье молнии. Ну, я промазал. Ну, конечно, тут с компанией веселее, потому что, видите, бэкстепы раздают, как нефиг срать. Готов. Ой-ой-ой. О, парень, смотрите, что творит. Все, готов. Один готов. Второй на подходе в спину. А, блин. Ты со своими бэкстепами. Да сдохни, падла. Понял. А, у него обалденная вещь. Это вихрь. Вихрь молнии или вихрь душ, что-то в этом роде. Так, ну надеюсь, что мы успеем пройти туда. Ой, блин. Так, ладно, помогли. Рэвенс, давай лечись, а то сдохнешь сейчас, как скотинка, не найдя упокоения. Так, все подлечились. Поехали. Кто там у нас будет? Босс территории. Да? Вот это хреновина. Вильстат, королевский защитник. Охренеть. Это вот королевский защитник, да? Не, на меня агриться не надо, животное. Суровый Вильстат. Дубинка у него просто пипец. Надо качать. Все-таки.
веру или там, я не знаю, что там делали. Да. Смотрите, каким копьем этот хозяин мира херачит. Блин, этот что-то колдунство какое-то делает, блядь. Нельзя ему давать так колдовать долго и упорно. Вали, гада. Смотрите, что тут. Тьма. Да-да-да, нифига себе у него тут. Ты, падла, сдохни. Ну да, это было легко. Все. Да-да-да. Да пожалуйста, всегда. Короче, надо валить нахрен в Маджулу. Просто. Потому что сейчас наверняка будут какие-то вторженцы. Знак верности. Я имею в виду не NPC, а вот таких вот обычных извращенцев. Так, стоп, секунду, это где я? А, ко мне тут вторгся, да? И где он? А, он, видимо, с инвейдерса. Тьфу, блин. Ой, извините. Я не знал, что я там что-то открыл. Секретка. Ую. Так, ах ты падла, блядь. Так, это призрак, да? И не один. Еще там за спиной скотина какая-то. А, о, ну ладно. Это не вопрос. Сдохни, падла. С одного раза. А, как вы умерли? Случайно не мимик, нет? Это уж очень... Нет, не мимик. Эвелин. Во, наконец-то Эвелин, блин. Так, где этот, блядь? Гадюныш там вторгся. А, он там будет стоять по-любому. Чем он стреляется, не помните? Нет, я уже забыл. В общем, короче, придется его, видимо... Где он там? Сейчас со спины как зайдет и будет полная жопа, блядь. Так, там эти хрены, блядь, тусят, блядь. Где этот вторженец-то, мать его? NPC-шный. Ну, я так не играю. Там еще эта баба, блин, тупая она. Хреначит всякими заклинаниями погаными. Упс. Офигеть. Вот это я вовремя отошел. Так, и здесь где-то, по-моему, тоже призрак должен быть. Ну, в первом Dark Souls вот эти призраки, которые убивали специфическим способом, ну, это было вообще очень жестко. И там по сюжету нужно было же пройти, да? Может помочь отражение заклинания? Упс. Так, ага. Так вот, и... чтобы пробиться там к одному торговцу, то вообще просто трындец был. В общем, блядь, даже не знаю, что делать нахрен. Вернее, я знаю, что делать. Я сейчас по-быстрому колечко одно одену. Не вот это вот поганое, блядь, а жертвенное кольцо. Кольцо защиты жизни. Чтоб 50 штук не потерять. А где эта шлюха, блин? А, она вон там наверху здесь стоит. Я в нее попал отражением, что ли. Ну да, я в нее так не попадаю. А, она не может выстрелить. Видите, она кастует не то заклинание, и получается, что у нее... На, падла. У нее не получается. То есть все заклинание рассеивается. Так, ну
туда, значит, нужно как-то пройти мимо этих рыцарей для того, чтобы у нас с вами получилось. Иди нахрен. Ну, мост поднять, да? Ах ты, тюп! Ах ты, блядь! Вот это было жестко. Не, ну вы смотрите. Почти разобрал. Ну, понятно, что в спину. Это криты пошли уже тут. Ладно, пьем там мастусы. Это офигенно, блин. Так, то есть он и сам может вылезать, этот животное. Где он? Нет, это не он. Он полумаг, полу какой-то там. А вон он. Ну чё, шлюха поганая, блядь. Он очень быстро. Просто нереально. Охраняет этот ништяк. На тебе копьем в морду. И походу надо вот эту хрень разрушить. Да. Да сдохни. Чтобы он больше не возрождался. Наручи леди. Широкое кольцо связи. Плюс один. Широкое кольцо — это то, которое замедляет поломку снаряжения. Да? Да. Да уж. Жескарь. Отражение заклинания. Сейчас еще справа должен этот призрак вылезти. Откуда-то вот он. Угу. Это я запомнил, что ты здесь, падла. О! А это темный дух-то знаете, кто был-то, блин? Какой-то не NPC, а чувак, да. Видать, его там просто вальнул кто-то. Да. Ну-ка, упокоение души-то кастуется? Нет. Как оно из себя выглядит. Ну, эти рыцари-то, они... Опаньки. Так, ну понятно, ты падла. Нет. В общем, упокоение — это когда вас окружаешь, что ли? Не знаю, не знаю. Ладно, потом разберусь. Но щиты у них, конечно, крутые, бля. Видите? Ребята, вы сами тоже не промах, блядь. Носитесь как подорванные. Давайте идите сюда. Ну что, далеко так идти-то будете? Походу далеко. Да пошли уже. А, нет. Не дальше, чем раньше, да? Ну давай, давай, открывайся, падла. Ай-яй-яй-яй, нет! Вот это у них, конечно, офигенный билд. Ну, молодец, да? Вот я не хотел ему бэкстеп делать, потому что... Ага, о, как даже, да? Вполне возможно, что он не бэкстепец. Что-то не хотелось бы по морде получить. Иди ты в жопу. Все. Ага, то есть ты вот дальше не идешь, да? Так, а NPC-шного фантома придется забеждать исключительно после присадки костру, да? Ну, складывается такое ощутить. Так, вот дальше мы там воевать, наверное, не будем для начала. Потому что у меня сверхзадача дойти до рычага. Так, что здесь? Не вышло. Молодец, блин. И мы с вами, по-моему... Ух, ёп! Вот это они сагрились, да? Такое прилетело в задницу. Просто мама не горюй. Итак. Потянуть. Здесь срез мы открываем, да? Да. Туда нам идти больше вроде как бы не... Отлично. Зашибись. Так, эти там уже сидят. Они стоят.
рыцаря. Ну что, пойти фармануть чуть-чуть. Тем более у нас тут вроде как бы осталось чуть-чуть заклинаний. Так, знак призыва. А, ну да, мы человечность получили, потому что помогли ребятам. А, ну вот, сейчас пофармим их. Или убьют нас. Слышите, там вот этот один выступает. Как его? Этот нежить. Ух, нифига там. Вот там летает только в путь. А, сейчас давайте прикроемся. Где они? А вон они там. Их тут как это... Как говно. Да. Вот слышите, там колокол бьют. Это вот вызывает своих приятелей на подмогу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, эти наводящиеся, сука, стрелы. Ой, ты-то меня, блин, не пугай. Так, я попаду, не попаду. Не попал, ладно, а так. Ой, я не туда стреляю, я стреляю в этот надгробный камень, а этого не надо делать, наверное. Вот откуда они стреляют? А, вон, оттуда, да? С одного раза их херачу. Правда, вот видите, у них свои там магические секреты, бля. У богатых свои причуды. На промах. Ой-ой-ой. Давай, умирай. Ты скотина. Давай, кастуй что-нибудь. Не, не хочешь? А. Ну да, один за одним просто. Фигачит. Я в блоке буду стоять, ребята, пошли вы в задницу. Мне уже тут досталось почти. В усмерть забили. Да что ж. Слышите, тут трезвон такой идет уже. А вот мне интересно, где этот колокол-то находится? Наверное, где-то в ответвлении в каком-нибудь или еще где. Ладно, тут копия молнии уже заканчивается, так что сейчас мы их тут нафигачим чуть-чуть. Они очень быстро передвигаются, падлы. Да что ж, да, вон он, колокол. А я, кстати, в этот колокол ты попал, блин. Ну я дурлин, да, блин. Аж ништяки какие-то лежат. Палится какая-то и душа героя. Ля-ля, я убежал. Может, на них упокоение подействует. Вот мне интересно это все-таки. Ну, это достаточно странное заклинание. Вернее, чудо это не заклинание, это не волшебство вообще. Хиппи твою налево. Так, ну, все поняли принцип фарма. Здесь, похоже, души можно фармить. Они тут нескончаемым потоком, ребята, идут. Хреновый заклинаница, пацан, пиромантит. Не попал. Ой. Все. Лава кончилась. Сейчас вот если из-за этих ништяков я сдохну, вообще будет наруще лейди. А нафиг мне это не нужно. Попробовать упокоение. Да, действует. Ну вот расстояние бы узнать. Вот, может этих попробовать долбануть. Давай. Не, их не достало почему-то. Ну и этого тоже не достанет. Все понятно. Ладно, парнишка, дохни уже. Че-то я остановиться уже не могу, блин.
красотка. Ю! Хитрый, хитрый, блин. Опаньки, я ушел. Ну, то есть, ладно, хрен с ними. Мы к костру. Ух ты, блин, сколько помощников. Но это уже народ будет в следующей части, так что извиняйте. Сейчас мы к костру присядем и будем заканчивать. Ну, потому что уже тут времени столько прошло. Так, где костер? Нет. Так, вот это сначала грохнуть. Падло. Чтоб никого не вызвал. И... валим в Маджулу. Ну, по-моему, неплохо. Тем более мы сейчас Эвелин нашли. Это, напомню, арбалет, который сразу одновременно выстреливает 3 стрелы. Если при должной прокачке, он вообще будет шикарен. Итак, это была 53-я часть видеопрохождения игры Dark Souls 2. С вами был Гарыныч. Всем спасибо за просмотры. Всем счастливо. Пока.